Всем привет, привет, ребята, на канале Софирка Плей. Я решила заснять секретную концовку, но что-то пошло не так. Ну я трейдер постоянно выбираю. Сети выбрали, но только трейдера выбрали, почему-то. А, наверное, они хотят так пройти, так себе, да? Но они не понимают, что я буду трейдером, и буду им мешать, понимаешь, Юль? Мешать пройти это, эту игру. Я буду просто им мешать. Так, открывать эту... Так, я поняла. Блин, что-то открыто, что-то открыли. Так, девочка, не открывай эту дверь, которая с ключом. Так, наверное, у какой-то девочки есть вот этот ключ. Если я не открою, тогда мне пипец. Там же фиолетовый сейф просто там хранится. Так. Так, я не понял. Почему я трейдер, а не обычный человек? Так. Я обожаю. О, у меня появился нос, Юля, покажи. У меня появился нос. Ну, Юль, покажи, как у меня появился нож, Юль. Покажи, ну, Юль, ты мне... Вот у меня появился нож. Так, 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 девочка. У меня наставят и подарки. Все, я тебе сейчас поставлю подарки везде. Вот, все. Бехана, слоник помогает мне. Так, это последнее? Нет, это не последнее. Кто-то еще остался, Юль. Ну все, я поставлю вот здесь еще. Это, наверное, не тупик. Блин, близко нельзя. Али, не трогай меня. Ага. Отлично. Быстрее, значит, тебя убьет. Эли, не трогай меня, я с твоей на стороне. Так. Мне не показалось, что там кто-то был. А! Боже мой, не двоем с тобой будут гоняться. Нож небезопасно доставать, тоже Элли ходит. Ну да. Смотри, она заплакала. Тихо, не чихай. Кто поймут, что это я чихаю, хорошо? Ну, ребята, это Юля чихает. Ребят, ну что-то пошло нет. Блин. Не понимает, что я трейдер и могу его прихлить. Ну хорошо, думает, что я не трейдер, да? Блин, взяли карту. Все, иди ко мне. Иди сюда, думает, что я его не буду трогать. Да-да-да-да. Он думает, что я такая. Ну все, иди ко мне. Тут же Элли, тут небезопасно доставать нож. Блин, Элли тут. Он сейчас закроет передо мной дверь. Ага, тут он, я в тупике. Еще бы чуть-чуть, инфаркт чуть-чуть я не получила. Я выиграла. Давай 3 раунда, чтобы было так честно. Так, главное, чтобы выбралась. Ребят, если у нас не получится секретную концовку, значит, я буду с другом играть и с ребятами. Так что давай. Секретная концовка. Выбрано сети, но оно не выбралось. Оно выбралось сети, но оно не выбралось Players Plus Bot. Как-то странно так все. Странно, однако странно, ребят. Все, я на них обиделась. Только не Галилею, только это. Так, если кто-то... Смотрите, они какие-то хитрые. Посмотрите на них. Они знают, что я снимаю, и, наверное, они не хотят меня расставить. Отлично. Вот. Нет! 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 За что мне так? Зачем инфекцию? Юля, давай послезавтра будем снимать секретную концовку, а сегодня нет. Давай. Все. Ну, я должна. Это просто прохождение. Я просто вам буду прокажать, как надо выбраться из сети и как это надо сделать, чтобы пройти на секретную концовку. Пока я пройду сети, а потом на секретную концовку. Хорошо, пройду, Юль. Чтобы так было честно, да, Юль? А потом Players Plus Bot. Наверное, они хотят, чтобы я прошла сначала без
секрет на концовке сети. А, на ней, наверное, это обучение, Юля. А, бабуля тут появилась. Отстань от меня, да? Угу. Отстань от меня, бабуля. Отстань. Не-не-не-не-не-не-не. Отлично, зеленая. А, блин, что я придумаю? Зеленая карта у меня или... А, что я остановилась, да? Надо туда бьячный ключ, огнетушитель, понял, морковку надо принести. А, меня все догоняют, свиньи, блин, свиньи. О, доги. Отлично, у него огнетушитель, а у меня всего здесь эта карточка. Отлично, я бы с радостью отдала Зизи, но закрыла им дверики. Вот. Красная карточка. Кого-то там зарезали. А, тут их сколько, Юля? Вот это их сколько, да? Угу. Главное не попасть под этой пиги, да? Угу. Так, надо быстрее открывать все, да? О, там пони идет. Это пони? Нет, это... Блин, это меня троллят, Юля, наверное, Юля. Это не пони, это, наверное... И зараженных. А! Опять. Гонятся за мной все, Юля, ребятки. Нет, нет, нет. Не хочу быть свининой, нет. А, бабуля еще. Можно получить инфаркт. Так. Ага. Там пони стоит не настоящий. Я поняла, кто не настоящий пони, Юля. Надо ему всем закрывать двери. Юля, ты меня веришь? Угу. Надо здесь использовать, чтобы они меня спасли. Блин, блин. Ребята, поставьте лайк за 3 секунды, чтобы у меня получилась секретная концовка. 1, 2, 3. Ну, молодцы. У меня, наверное, секретная концовка получится. О, вот желтый ключ. Какой звук страшный, да, кот только что был. Я была трейдером, но не показала заставку трейдера, ребят. Я просто расстроилась. Блин, а там же там пони ходит. А, нет, 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 не надо. Как вы меня поймете? Я не хочу, я не хочу. Пусть спи. Так, так, я хочу просто их обмануть. Блин, перекинь. А, Элли еще здесь, блин, Элли, блин, не надо меня трогать. А, еще и Пиги, да, присоединилась, да, меня убивать. Нет, Элли. Как? Юля, ну надо закончивать. Ребят, всем пока. Это какой-то был супер-троллинг. Супер-троллинг. Ребят. Послезавтра будет у нас Пиги секретная концовка. Мы наконец-то за... Послезавтра. Мы послезавтра только... Послезавтра. Послезавтра. Будет послезавтра секретная концовка. Мы наконец-то ее пройдем. Послезавтра секретная концовка. Что-то сегодня не получилось. Ну, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, поставьте на колокольчик и жмите на колокольчик. Всем пока-пока.